You are beautiful. Почти час ночи. Ну, еще не час, еще без 25 час. Эй, ты мой нахуй хвост лег. Отдай. Никита. Ай. Как девочка так выглядит. А в кино уже... Он сегодня был в кино. Вот, как девочка. Не надо как девочку, давай как мальчика лучше. Да. Какая энергетика от вас. Мы посылаем вам хорошую энергию. Яночка, скажи... Там что-то было. Не ори. Скажи, пожалуйста, тебе бывает от креатина? Стутя живота или отека, не знаю, то же самое. Нет, не бывает от креатина, вздутие, нет. И отеков тоже от креатина у меня нету. Я от креатина ощущаю только силушку богатырскую. В Астане уже 4. Голос приятный. Hello. Что-то ты орешь очень громко. Давай сама читать буду, зайчик. Ты что, обиделся? Нет. Я лошадь. Нет. Там на аватарке у кого-то лошадь была. Во весь рост покажись. Он у меня лежа сейчас, этот рост. Нравятся лошади. Да, я с детства была просто больная на лошади, на лошадей. Я ревела по ночам. Просто ревела по ночам из-за лошадей, потому что я их люблю. Ну, больная. Сейчас тоже люблю. Hello, малой, тебе говорят. Привет. Покупала книжки. Про лошадей читала. Просто у меня... Ну, я сейчас на самом деле так же их люблю. Но по ночам не реву. Включи фронтальную камеру. Что там у вас? Сейчас. Вот так, что ли? Смотрите, какое у меня небо. Сейчас просто фильтр, он еще там что-то... Цвет. Подарила сыну на Новый год 65 дюймов телевизор. Вот так. Тоже любите, да? Могу подарить лошадь? Ну, если бы я жила в доме, в море, где-нибудь в Испании, в маленьком городочке, я бы согласилась, чтобы вы мне лошадь подарили. Настоящую. Я бы ее любила. Всем сердцем. Какие жиры ты ешь? Самые жирные. Я ем масла, ем семечки. Масла разные. Масло авокадо, тыквенное масло, кунжутное, оливковое, обычное подсолнечное. Семечки сказала. Орехи. У Яночки самая крутая фигура из всех бикиняш. Спасибо, Юленька. На самом деле сейчас я не нравлюсь себе. В плане того, что пока у меня идет набор мышц, я сейчас вешу 55 килограммов. Если взять, там, не знаю, сколько, 6 лет назад или 5 лет назад, когда я там была, 58, я, конечно, была вообще пампушкой. Сейчас у меня состав тела совершенно другой. Сейчас во мне больше мышц, поэтому 55 килограммов, цифра, ну, не очень страшная. Хотя, как бы, мне не нравится. Я хочу быть вот 52, мой идеальный вес. Но это запланировано, потому что я сейчас увеличиваю мышечную массу. Впервые готовлю к соревнованиям. Как быть уверенной на сцене? О чем ты думаешь, когда позируешь перед судьями? На самом деле, когда ты выходишь на сцену, на тебя светит очень много света, и ты судей, в принципе, не видишь. Зал тоже, в принципе, не видно. И если ты человек такой мнительный и будешь волноваться, то ты вообще ничего не увидишь. Поэтому представь, что ты выходишь на сцену дома перед зеркалом, и никого нет. Ты просто позируешь для себя. Старайся смотреть вдаль, не надо смотреть под ноги, и чувствуй себя самой красивой. И все. Главное, будь уверенной в себе.
и то, что ты все делаешь правильно. Не спеши, не торопись, будь медленная, сексуальная. Но не надо перебарщивать с этим. И показывай свою форму, покажи свою проделанную работу, но с улыбкой, с легкостью. Покажи, что ты женщина. Вот и все. И будет тебе победа. В детстве хотела купить настоящую лошадь, и чтобы она жила в гараже. Ну, в гараже как-то печалька для нее была бы, наверное. Яна, здравствуйте, скажи, пожалуйста, где узнать о вакансиях у вас в команде? Есть таковые? Пока нет никаких вакансий. Но если вы мне поможете развить мою школу, то они появятся обязательно. Знаете, к сожалению, у нас рулит Инстаграм. И рулят те, у кого много подписчиков. Я со своей школой, конечно, пока, ну, такая малоизвестная. Даже вот среди нас, среди узкого круга людей. Вот, поэтому, конечно, нужно развивать Инстаграм, вкладывать много денег. Вот так, чтобы я могла давать даже вам работу. Я бы с удовольствием. Пока что не так все гладко и все так, как хочется. Что лучше кушать перед тренировкой и после? Дышечка. На самом деле это на ваше усмотрение, на ваше состояние. Никит, пожалуйста, не выключай свет. Никита. Поэтому вы можете перед тренировкой... Включи, пожалуйста, свет. Вы можете покушать углеводов перед тренировкой, после тренировки поесть. Ой. На грудь. Кто это? Ну, Зай, нет. Не делай, чтобы она гавкала. Белок. Белок с углеводами вместе можно поесть после тренировки. Почему конные прогулки не выбираетесь? Потому что, да я не знаю почему. Как-то хотела очень попробовать, но не дошла еще до этого. Это красиво, спасибо. Я тебе серьезно говорю, подарю. Что, серьезно? Я даже не верю. А где вы живете? А кто вы? Потому что я вижу только ИИ-26-35-438. А можно покататься? А можно их помыть? Почесать, почистить? Говно убрать за ними. Мне это нравится. Чё? Я про лошадей. Добрый вечер. And very welcome to Munich. О чем ты думаешь, когда на сцене? Что ты так орёшь-то мне в ухо? Чтобы ты слышала. Об Арнольде Шварценеггере. Что ты думаешь о кардионатощак? Кардионатощак? Отличная штука, нормально. Покажите свою фигуру. Да не видно сейчас фигур. Когда лучше кардио, до или после силовых? Тогда уж до силовых. Мышцы на кардио, они в любом случае будут гореть. Добрый вечер. Как? Не будут гореть в том случае, если будете кушать правильно и отдых будете делать от тренировок. Пресс не часто сейчас. Когда начинала тренироваться, тренировала каждую тренировку как разминка. У тебя потрясающая внешность. Спасибо. Сколько тебе лет? Можешь не отвечать. Я не знаю, сколько мне лет. Мне 32. На сколько калорий ешь сейчас? На 1700, на 1500. Hello, Кузнецова. Hello. Можно ли подготовиться в фитнес-бикини с онлайн-тренером? Можно. Кяо. Чао. Это не кяо, чао. Танечка, привет. Танечка, приезжай, делай операцию. Реально ли накачать попу в домашних условиях за 3 месяца на вашем курсе? Ну, я бы сказала, реально ее прям не накачать, но это реальный курс для того, чтобы попа поняла, где у нее мышцы. Добрый. Да подожди, я еще не ответила, Зай. А
реально привести мышцы всего тела в тонус, потому что на этом курсе я показываю технику правильную выполнения упражнений на все тело, там не только ягодицы, но ягодицы это акцент основной. Добрый вечер, а можно надо рвать живот, если увеличиваешь силовые тренировки на ягодицы? Нет, живот нельзя надо рвать. Если у вас плохая техника дыхания во время выполнения упражнений, тогда может как-то да, можете там сделать внутрибрюшное давление, там чуть больше. Вы должны на усилие всегда выдыхать из живота. Боже, какая ты классная, мотивируешь спасибо с тобой. Спасибо большое. Яна, расскажи про кардио. Да что, кардио хорошая штука. Как добиться такого успеха? Особо нет никаких... Вакуума. Нет никаких... Как добиться такого вакуума? Какого вакуума? Как добиться? Просто надо тренироваться, делать вакуум каждое утро. Силы, красивые слова. Спасибо за ответ на вопрос. Пожалуйста. Hello, Яночка. How tall are you? I'm 163 centimeters. Yes. Если я на ПП, стоит пить... Протеин, как он влияет на рост мышц? Протеин – это дополнительный белок. Это нормальные, это аминокислоты. Но если тебе нужно худеть, я бы не советовала пить протеины. Если бы... Подожди ты! Если тебе нужно наращивать мышечную массу, тогда можно пить протеин. Либо кушать аминокислоты. Это тот же самый протеин, только в другой форме. Вот и все. Покажи свою фигуру. Да показывала я уже фигуру. У нас была в Архизе лошадка. И она, покажись, принц. Вообще, чтобы увидеть пресс, конечно, нужно уменьшить жировую прослойку. В каком городе ты впервые выступила? В Москве. Был большой турнир Men's Physique Bikini Stars. Нина
2-4 месяца. Если вы чувствуете острый дискомфорт, тогда не нужно это делать, не подтягивайтесь. Делайте тягу сверху к себе на таком расстоянии, да, как вам будет комфортно. Сходите еще раз к хирургу, проверьте.
Лопоухость, ну, кстати, да, тоже исправляет. Ну что, ребята? Покажи сиськи, а которые все-таки потеют. Как ты можешь надоесть? Ну как? Так как обычно.
Не надо пить. Нужно растягивать, но на постоянно. Нужно постоянство во всем. Все, ребяточки, здоровья вам, счастья.